Всем привет, с вами Ксюша Паля, мой канал. И простите за мой внешний вид, потому что я только что проснулась. И да, сегодня будет влог, как я решила. Это мое первое видео, так что меня, пожалуйста, не судите строго за монтаж, за вообще съемку этого видео. Вот. И поддержите меня лайком под видео. Короче, я сейчас только что встала. И сказала. И смотрю, короче, доброе утро. Да. Сейчас сначала мы пойдем чистить зубы. Ссылка на Инстаграм в описании, если вам интересно и вы хотите следить за моим профилем. Блин, мне столько сейчас убираюсь. Смотрите. Вот эти вот, короче, подушки туда. Сначала, типа, вот здесь сейчас все убрать, а потом туда перенести и там уже заправить. Вот эту, вот эту. Да, ты вон там. Так, сейчас я оденусь нормально, носки там, все шорты, и потом пойдем чистить зубки. Короче, я сейчас одеваюсь, и я встречусь с вами, когда я уже оденусь. Я сейчас уже оделась и пойдемте чистить зубки. Здесь темно, да? Отключаем светик, открываем. О, Серёнька пришел. Он тут вообще как король, блин, могущий. Вот, я сейчас поставлю. Я не закрываю дверь, потому что здесь очень сильно жарко. Да. Моя щеточка желтенькая. Но какая-то на камере, какая-то эта. Очень яркая. А на самом деле она у меня очень такая пастельная. И вот, вот это. А для начала, чтобы начать чистить зубы, я делаю вот это. Я делаю путёв. Сейчас я сделаю его. Надеюсь. Козёл. У меня не очень, конечно, получается. Пучок, блин, не на той! Окей. Так, включаем водичку. Ну, пойдем. Блин. Воду не льем. Мочим. Так. Вот. Не упади, пожалуйста. Не надо падать. Все, спасибо. Можно выключить. Покажет. Как фига?
Я вся красная, как всегда, после того, как я помою лицо, я всегда красная. Боже мой, я вытеру лицо. Давай, как я тебя выключу? Закрываем дверку. Выключаем. Все. Все хорошо, мой хороший. Все хорошо. Сейчас будем убираться, да? Сейчас, короче, будем убираться. Сейчас я вам покажу еще одну комнату, которую мне нужно убрать. Только кровать мою. И все. Только мою. Девочку. Буся. Буся. Пусинка. Пусинка. Да. Что лезет, блин? Это Серун? Ну, это не Серун, ладно. Это серый просто. Мы его никак не называем, просто Серун. Вот у меня вот этот пледик, мне мама подарила его на день рождения. Я просто очень рада. Я. Так, куда мы сейчас поставить интересную камеру? Куда-нибудь сейчас ставим. Так, ну чтобы вот так, наверное, чтобы мне было все было видно. Ну да. Наверное, увидели, какой у меня уже диван. Смотрите, он трансформер. И здесь вот наш, можно сказать, матрасик. Ну, матрасик. И смотрите, вот так вот мы... Серунчик. И мы так берем, закрываем. И все. Технологии? Я уже закончила с диваном этим. Только осталось вот так вот. Все. Да блин, ты что делаешь? Вот я вот так вот сделаю, а он потом убирает. Кстати, мы вчера делали роллы. Как говорю, если вы следите за моим инстаграмом, то вы знаете, то, что я делала вчера роллы. Но мама не делала. Так. Сейчас я беру вот эту вот штуку. Вот это. Доложу. Все. Отлично. Тут кофта чья-то висит. Папин, что ли? Да, это папина кофта. Ну ладно. Сейчас мне надо как-то вот это все перенести туда. Короче, вот кровать, которую мне нужно заправить. И вот все, что нужно туда положить. Да. Короче, очень долго я ставила такую конструкцию. Я тут поставила стул, потом на ее какую-то тумбочку, стакан и телефон положила. Все. И конструкция. Если сейчас она упадет, я просто ее убью. И телефон тоже. Так, вот мой пледик. Не ложусь спать.
Ладно, шучу. Я не хочу спать. Я устала спать. Что, издевайтесь, да? Кладем подушечки. Подушечки. Так, дальше я кладу одеялко. Одеялочко. Кладу Машу и медведь. Такой у меня очень красивый. Красивое одеяло. Ой, простите, пожалуйста, немножко закрыла. Так. Маша, медведь. Что здесь? Ну, хотя я возьму. Вот, это, видите, Маша и медведь. Где медведь? А, вот медведь. А вон там какие-то парашюты. Ну, кстати, очень удобно. Возьму себе на заметочку. И последнее, самое сложное, положить вот это. Новогодний декор. Так. Блин, я опять тупая. Ладно, ты что делаешь, дурак? Иди играй. Ну, как побежал. Играть. Каждый хочет. Я есть хочу. Но не конфеты. Пожалуй. Ой, боже мой. Такой приятный на ощупь. Ну, короче, так найдем. Все. Мы закончили убираться. Только с кроватями закончили. Так, я сейчас уже убрала диваны всякие, кровати. Сейчас я уберу вот эту стеночку немножко, там просто приберусь, и все. Ну, потом немножко здесь еще приберусь, потому что тут маленькие части есть. Так. Это моя зарядочка. Если это работает, значит, вот это от граммофона. Тут еще что-то. Буся! Казбек. Казбек. Тут, да. Дальше какая-то. Это все будет ставить. Так, ну здесь сейчас я просто уберусь и все. Не буду уже снимать, потому что, может быть, скоро у меня кончится память. Вот. Но это, в принципе, неинтересно, просто я еще здесь приберусь и все. Короче, я уже убралась. И сейчас я не знаю, что буду делать. А, сначала надо сейчас расчесаться и сделать нормальную прическу.
Пойдемте будем расчесываться, делать нормальную прическу, не то что это. Хочу вам кое-что показать. Смотрите, какое красивое небо. Вообще, жесть. И вот здесь вот тоже. А! Херуня! Херунтик, ты меня прям током практически шимбанул. Ой, простите, пожалуйста. Вот. Очень красиво. Да, красивенько. Так, заходим сюда. Включаем. Бардак, конечно, здесь, но да ладно. Тут у нас вот такое вот зеркало. Да, я снимаю на айфон. На телефоне, на какую-то там камеру, так что. Я решила не делать никакую прическу и оставить так, как есть. Короче, я посмотрела на YouTube. Вот, YouTube какие-то новогодние декоры. Ничего не нашла нормального, потому что там все сложно. Там дерево надо какое-то. Там нужно то, что у меня нету. Вот так-то. Вот, я сделала все-таки пучок, потому что мне очень сильно мешали волосы. Сейчас 9:14 уже. Спать хочется. Да, даже не знаю, что еще буду смотреть. Наверное, сейчас просто посмотрю YouTube. Мне уже очень сильно скучно. Может быть, сейчас я пойду к бабушке. Да, к бабушке я, наверное, там вряд ли буду снимать, потому что это бабушка как бы. Потом она уедет с дедушкой, а я пойду обратно домой делать уроки. Потом пойду домой, и мы будем с вами делать уроки, потом дождаться маму и спать. И потом перед сном я с вами попрощаюсь, и потом на следующий день буду монтировать видео. Да. Может быть, сейчас пойду поем рис. Потом бабушка сказала то, что она мне позвонит, и я пойду к бабушке. Короче, мне сейчас позвонила бабушка. Я не успела поесть, но сейчас я поем. Я сказала то, что я сейчас поем, и... пойду к ней. Сейчас пойдем докладывать. А он тебя целует, говорит, что любит, и на чуме мает. Сейчас прижимает. Боже! Нельзя! Что-то тоже нельзя. Рисик. Рисик беленький. Вообще свинюшка, блин. Свинья! Свалится. Все, это очень много тут.
нарезала огурчики. И у меня получился рисик. И теперь этот рисик я поливаю немножко соевым соусом, потому что в этот раз я, короче, вот было вот столько, стало теперь вот столько. А, пахнет, боже мой! Я единственный человек, который любит запах соевого соуса. Напишите в комментариях, вы любите запах соевого соуса. Если вы сейчас есть, если вы сейчас дома, и у вас есть соевый соус, понюхайте. И напишите мне в комментариях, если они будут открыты. Вам нравится вкус соевого соуса? Вот он мне говорит, да, мне нравится запах соевого соуса. Или нет, мне не нравится запах соевого соуса. Или не очень. Просто и все. Так, ну вот. Так, вот это точно. Ой. Припляску уже пошла. Так. Сейчас я пойду это все отнесу и к вам вернусь. Будем кушать. Огурчики, огурчики. Да что такое? Огурцы. Я? Мужчина. Ты чего? Чего, моя? Привет. И рис с соевым соусом. Не пугайтесь. Это соевый соус. Водичку не принесла, ну ладно. И вот тут вафли. Конечно, я покормлю не только себя, но и Бусечку. На. На, ешь. Она обожает огурцы. Все, я кушаю. На, будешь? Во-первых, по столу нельзя лазить, а во-вторых, это Буся на вкусняха. Ну, куда ты будешь? Ну все, все, я есть. Я, кстати, уже перемешала рис с соевым соусом. Ну а кто сейчас кушает, приятного аппетита. Так, я вышла, сейчас пойду к бабушке. У меня уже 15%, сейчас он быстро сядет. Так что сейчас я... Пойду, дойду до бабушки, заряжу телефон, там уже мы встретимся у бабушки. Да. Я пошла. Ну, конечно, погода не шик, но солнышко есть, но все равно холодно, и у меня может разлететься в любую минуту. Так что пока, встретимся у бабушки. Я недавно пришла, заряжаю телефон и смотрю с бабушкой телевизор. Что, когда я что-нибудь буду делать новое, я, конечно же, включу камеру. Короче, сейчас мы, наверное, поедем домой. Бабушка и дедушка поедут в деревню, а меня завезут домой и буду делать уроки начинать. Сейчас жду, пока дедушка поест. Выходим. И здесь я говорила тихо, потому что впереди меня шел дедушка. Yeah.
не души, только рельсы усталые стонут, только месяц за мною потоку бежит мой товарищ высотный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Я привязан. Домофона. Видео, как всегда, не хватило памяти, и типа, когда я прощалась, уже выключилось видео. Сейчас я, короче, я сейчас искала эти ключи, я сейчас приду, переоденусь и сами увижусь. Я уже пришла, переоделась, и сейчас я буду делать уроки. Я принесла все учебники, которые мне понадобятся. Мне надо делать географию, английский, русский, математика. 4. Кстати, как вы закончили свою четверть? Я вот так вот. Вот так вот. И сейчас начнем делать домашку. И смотреть уральские пельмени по СТС. Короче, я делаю еще уроки. Я сделала только географию. И там надо было сделать сообщение, еще в картонных картах целых 2 параграфа. И сейчас я делаю английский, сейчас еще немножко, и может быть потом я, если успею, начну делать математику, там 3 номера. И еще может быть, если мама уже придет, но сейчас 17 еще через 3 часа, но мне кажется, я успею сделать домашнее задание, и все. А я когда закончу делать английский и начну делать математику, я включу камеру. Ну как же без ГДЗ, как бы да. Так. Вот. Ну, простите меня, я просто не знаю. Все равно надо было узнать, когда родились Александр Пушкин, Лев Константин. Ой! Тут написано Лео Толстой. Лев Толстой. Ну, короче. А потом тут Михаил Лермонтов. Антон... Какой? Какой-то Антон... Иван Крутов.
прутов. Иван Тургенев. Мы проходили недавно по литре. Литре. Я смотрю, кто мне, Настя Ивлеева или школьники. И все. Еще тут уральский пельмень. Вообще, мне казалось, что я сделаю это все очень долго, буду делать. Но нет, я сделала это очень даже быстро. Вот где-то столько я написала, и уже я сделала. И сейчас у нас есть время сделать математику. Убираем английский. Начинаем делать математику. Я думала, я сегодня немножко сделаю, но я сделаю уже много. Открываем, мне нужно сделать 3 упражнения. Они у меня записаны в моей тетрадочке. 386, 388, 394. Так, 386, 384. Да легкотня! Задача. И... примеры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 примеров всего лишь, и одну задачку. Легкотня. А, ладно. Встретимся после того, как я сделаю математику. Короче, я доделала математику, и я смотрю, что мне еще нужно сделать. Английский я сделала, географию сделала, математику сделала. Сейчас буду делать русский. По русскому нам задали только выучить ЗСП. Мне осталось только выучить ЗСП. И на понедельник все готово. Я пошла учить. Сейчас сижу, жду маму. Мне кажется, это скоро должна уже прийти. Когда она придет, я запишу уже концовку видео. Я больше ничего не делала, просто сидела, смотрела YouTube. В принципе, больше ничего такого нового не было. И когда мама придет, я сниму концовку. Короче, моя мама пришла, и я готова уже с вами попрощаться. Я только сейчас покушала немножко, и сейчас мы будем уже спать. Но спасибо, то, что ты досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если на этом видео наберется 10 лайков, то я выпущу новый ролик. Факты о себе. Но я вас очень сильно благодарю, что вы посмотрели это видео. А если ты подписался, лайкнул видео, то я вообще вас обожаю. Спасибо большое. Переходите по ссылочке в описании на мой лайк и инстаграм. Всем до новых встреч. Пока-пока. Вернись ко мне, ты моя Лоли.